увидите дверь. Как кормят на теплоходе, музей самоваров, Иваньковское водохранилище, эвакуацию с теплохода, погуляем по городу, будет интересно, погнали смотреть. Утром налил себе кофеечек, а я встал для того, чтобы в 8 часов посмотреть шлюз. Вода начала опускаться, кофе с утра бодрит. Сзади тоже шлюз закрыт. Утром идет зарядка. Можете встать и позаниматься вместе с тренером. Почитать книги, но обязательно нужно их вернуть. Длинные коридоры. Теплоход вообще не качает. В поезде то сильнее качало и раскачивало. Завтрак по системе шведского стола. Смотрите. Помидоры, колбаса, яблоки, плюшки, омлет, цветная капуста, макароны, фрикадельки и сосиски, пончики и сырники, овсяная каша, мой завтрак. Иваньковское водохранилище. Ух ты! Уйди, мама, море! Мама, акула! Кошмар, спасай! Я думаю, здесь акул нет. Иваньковское водохранилище. Крупнейший водоем Московской области, расположенный на реке Волге. За свой размер получил второе название «Московское море». Был создан искусственно в 1937 году. Здесь есть кресло, можно посидеть и вот так вот понаслаждаться видом на водохранилище. На теплоходе выдают 2 кислородных коктейля за весь круиз. А далее, если вы хотите еще себе взять, то он стоит 150 рублей одна штука. Попробуем кислородный коктейль. Похож на, но это яблочный сок с пенкой. На теплоходе проходят разные мастер-классы, а ребенка можно оставить в детской комнате. В это время гуляем по теплоходу и загораем на верхней палубе на лежаках. Наверное, тонет. Надо бежать. Одевать-то, уж не знаю. Давай, одеваем, быстрее, выходим, одеваем спасательный жилет. Я готов. Так, берем спасательный жилет, быстрее. Пошли в шлюпку. Где шлюпка наша? Мы выходим, одели спасательный жилет, и мы сейчас идем на выход. Садимся. Это наш обед. Салат с кальмаром. Вкусно пообедали. И сдаем ключи от каюты. Нам выдали наушники и ресивер. Выходим. Мы прибыли в дверь. Такое количество нас на теплоходе. Ну, наверное, человек 200. Мои девчонки. Пойдем погуляем с экскурсией. Это речной вокзал. Здесь есть технический университет. Цветочки. В Твери всего 5 мостов, вот вы видите еще 2 впереди моста. Самый длинный мост это восточный, вы увидите сейчас здесь. Внизу по Волге плывут плывуны на досках. Тверь – город с богатой историей, который основан в 1135 году. Здесь всего в меру – старинная архитектура, красивые улицы и парки, музеи и памятники. Живописная набережная на Волге. Мы прошли в музей Тверского быта. Дом купца Алексея Арефьева. И это самый древний памятник гражданской архитектуры в нынешней Твери. В музее Тверского быта можно узнать историю самовара в нашей стране и увидеть необычные экспонаты. Дорожные самовары, самовары-эгоисты и другую посуду, связанную с чаепитием. Здесь представлены интерьеры дома купца 19 века. Атмосфера воссоздается с помощью старинной мебели, одежды, книг, игрушек и других бытовых деталей. Это наш теплоход «Лебединое озеро». Мы находимся на правом берегу реки Волга. Прогуливаемся по набережной. Перешли на этот берег через новый мост. Мы пришли на восьмиугольную площадь с памятником Ленина. Ну куда без него? Прошагали уже 7 километров, ноги гудят,
Мысль одна – вернуться на теплоход и отдохнуть. А сейчас мы пойдем в городской сад в Твери. Вот этот мы кружок сделали. Сад был основан в 1931 году на месте разрушенного пожаром Тверского Кремля. Установлено множество лавочек по всему периметру, некоторые из них оборудованы навесами, установлены аттракционы как для детей, так и для взрослых. Есть шашлыки на набережной жарят. Сейчас попробую купить чайную ложку с надписью «Тверь». Это трофей из Твери. Но купаться, сказали, здесь запрещено. Вода не совсем годна для купания. Здесь памятник рыбаку с удочкой в Твери. Вечером нас ждали на теплоходе с плясками и песнями. Очень вкусный ужин. На этом выпуск заканчивается. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!